Выходит на ринг Тайсон. А, смотри, опять разогрет уже, да? Да. Ну, я всегда разогреваюсь хорошо. Вот Кевин Руни ведет его за руку. Уже совсем недолго. Около 2 лет осталось им быть вместе. Руни был преданным учеником Каса Дамата. Кстати, к тому времени уже... Вот 86-й год, или даже в 85-м году, еще при жизни Дамата, команду Тайсона начали покидать люди, которые его, ну, не то что сделали, может, да. Просто не было такого одного человека, который там целый ряд людей был. Вот одним из первых ушел Тедди Атлас, сейчас известный тренер, кто, наверное, помнит, он подготовил много чемпионов мира. Такой человек с моложавым лицом и огромным шрамом через все это моложавое лицо. Результат поножовщины такой. Тедди Атлас считал, что еще Кас Дамата, который был жив, тогда слишком много ему позволяет. Это Реджи Гросс. 18 побед, 4 поражения, 12 побед нокаутом. В общем, неплохой, нормальный, скажем так, послужной список. Как вообще бывает в жизни, что вот Тайсон еще даже до вершины не добрался. Видите, 21 победа, 19 побед нокаутом. Я уже говорил, что нам пришлось отказаться от хронологического, такой чистой хронологической последовательности. Там вот было 2 боя, которые Тайсон выиграл по очкам. Мы им посвятим отдельные программы. Там было по 6 раундов, да? Ой, я даже не помню. Меньше, по-моему. А, не, нет, 10, большие, это были большие 10-раундовые бои. Гросс 190 рост у него. И такой же вес, как у Тайсона, 97-98. Это мы потом покажем бои с Джеймсом Тиллисом и Митчем Грином. 10-раундовые бои. Очень интересные. Достойные отдельной программы. Ну, а бой с Реджи Гроссом был таким, скажем, не то чтобы проходным, но очередным боем Тайсона. Хотел сказать, уважаемые телезрители, смотрите внимательно. Долго смотреть не придется. Ну, как тебе кажется, Гросс вышел побеждать или вышел спасаться? Да нет, я думаю, что он после шоу начинает двигаться назад. И левая рука у него тоже плохо так же работает, как и как у Фергюсона. Не, как у Фергюсона. Что-то он так... Нет такой скорости, которая могла бы остановить Тайсона. Скорости нет и силы нет, которую могли бы остановить. У него масса только одного. Масса тела, да и все. Ну, крупный парень, но этого недостаточно явно. Но мне кажется, все-таки как-то немножечко неудобно Тайсону. Хотя трудно сказать. Да нет, ну почему? Вот, вошел. И спокойно отработал то, что ему нужно. И вообще первые секунды тоже здесь пока не показательны, потому что... Смотри, как снизу попытался сейчас Гросс ударить. Ну, по-моему... Через перчатки, видишь, левый как пройдет, пытается. Все-таки, мне кажется, уже как-то немножко, может быть, излишне прямолинейно действует Тайсон. Нет у тебя такого впечатления? Не, ну я же сказал, он же сейчас не меняет уже свои тактики. Он просто идет и ломает уже. Начинается вот у него это такая тенденция ломать своих противников. Да. Просто уже первый... он поверил в свою силу. Да, первый... Поверил, и нет сомнений. Признаки такого кризиса, который развернется потом, через даже несколько лет. Смотри. Он того человека не заботится о своей защите. Ну, вот здесь вот, ну, наконец, Тайсон, хотя и пропустил. Снизу, да, папа, показал. И снизу пропустил, и сбоку пропустил Тайсон.
Но этот пропустил хуже. Хуже, да. Но он немножко увлекся атакой, мне кажется, да. Как-то поверил. А, нет, смотри, не все. Ну, это уже... Не, ну, я думал, нет, все, это все. Зря судья дал продолжать бой. Ну и... Ну, нет, счет 8 стал, да. Он бесполезен. Нет, этот еще, хочет. Толкается, еще хочет, да. Нет, больше не надо. Больше не надо. Хороший такой... Знаешь, ну, мне понравилось, что вот ту, когда Гросс стал вот атаковать, Тайсон вспомнил то, чему его учил Кас Д'Амато, это вот защита куку, да, этот майк стал, закачал майк. Здорово. И нырки великолепно. И даже вот удары, которые он пропускал вроде бы, он как-то, в общем, не чисто, он вскользь пропускал. Я вот как и говорил, что это сам, мастерство, оно не пропивается, понимаешь? Да, оно, да, это, да. Оно дано, оно все-таки в нем осталось. В нем осталось, это поэтому... еще не забыто. Да. Это еще не забыто. И, вот, мне, и как он вот вышел, да, на тот, на нокаутирующий удар. Вот, покачал маятник, да. И вышел на удар, и все-таки закончил бой так, как должен был закончиться. Давай сейчас в тайсонском стиле. Да, в фирменном таком. Вот, пошел. Почувствовал себя немножечко звездой. Первый промах слева. И сейчас он слева еще раз. Вот сейчас слева будет удар. Ох, прекрасно. Смотри, какая защита. Великолепно. И даже вот здесь, даже этот удар, ну, зацепил. Он не чисто попал. Вот сбоку, все. И из-под руки, он из-под руки выныривает и бьет слева сбоку. Вот сейчас с другой камеры посмотрим. Ну вот удары все вскользь идут такие. Да, да. Вот снизу-то хороший. Снизу хороший, да. Красивый перкор. Вот, вот и вот все. Вот так. Да. Это уже, видишь, такой был обоюдный удар. Они оба пробивали. Только просто у Тайсона был пожестче, видно. Удар. Ну вот так, смотри, конечно, очень хороший, да. Вместе сейчас ударит, смотри, если звук. Оп. Видишь, тот прямой наносил. Ну, скорее даже какой-то пытался остановить, да. Так, отмахнуться. Конечно, красиво. Добивает, а это уже второй добивает, нокдаун, да. После которого рефери остановил бой. Еще раз второй. Ну. Да. Такие удары можно, конечно, смотреть. Да. Но принимать их не надо. Ой, нет. Я, кстати, смотрю, вот больше половины вот, нокаутов, нокдаунов Тайсон делал левым боковым. Но у него более сильная рука была, более накачана. Может быть, и нет. Может быть, и просто более... вот раскрепощенная рука более слабая. Ты же тоже слева бил, да, ну, а ты же не левша. Не, я не левша, но и Тайсон не левша, я уделял больше внимания левой руке. И работая джебами, там, например, просто развивал и качал. Ну, тем же левым боковым, вот ты же очень хорошо работаешь. Да, левый бок, тоже, прям... Ты все время делал, я помню, вот это, выходил, бил правый так по площади, как бы, да, и выходил и бил слева. Я просто почему это вспоминаю, потому что Тайсон, в общем, часто делает то же самое. И многие так работали. И чемпионы в тяжелом весе, там Саня Листон был. За счет центробежной силы выхода из нырка, так сказать, наносишь левого бокового удара. И он мощнее просто получается, и хлещ. Не, ну удар страшный, конечно.